Новокузнечанин Сергей Бобровский стал первым российским вратарем, которого признали лучшим в Национальной хоккейной лиге. Призы по итогам регулярного сезона вручили в Америке. «Боб», так прозвали Сергея заокеанские болельщики, считался фаворитом вплоть до объявления нового обладателя Визина Трофи. И это при том, что его «Коламбус» в этом сезоне так и не пробился в плей-офф. В форме «Блю Джекетс» он отыграл 38 матчей, 4 раза отстояв на ноль и отразив 93,2% бросков. Отличные показатели позволили Бобровскому обойти в гонке за престижным трофеем прошлогоднего победителя Хенрика Лунсквита из Нью-Йорк Рейнджерс и Анти Ниеми из Сан-Хосе Шаркс. Теперь у воспитанника новокузнецкого хоккея есть все шансы защищать ворота россиян на Олимпиаде в Сочи.